Всем привет! Сегодня будет вечер моих уточек. Девочки уже тут. Сейчас мы с уточками будем кушать. Первое, что они будут кушать, вот такой вот рожок. Девочки уже покушали рожок. Сейчас они попьют молочко, поедят хот-дог и скушают вот такой вот сникерс. Девочки сникерс уже поели. Девочки уже покушали. Сейчас перед сном они пойдут почистят зубки и умоются. Уточки вчера купались, так что сегодня они не будут. Либо завтра, либо послезавтра я их искупаю. Перед тем, как идти чистить зуб и умываться, я их расчешу. Теперь Лили. Кстати, у Лили новая кофточка. Да, она мне очень нравится. И у Леры новая кофточка. Теперь и Милка. Вроде бы вы вчера купались, а уже все грязные. Ну да. А теперь мы уже идем идти зубки чистить и умываться. Мы уже пришли чистить зубки и умываться. Я первая. Так, для начала надо взять мою щеточку. Вот моя щеточка. Берем пасту и чистим зубки. Ту-ту-ту. Теперь осталось умыться. Теперь я. Берем щеточку. Ту-ту. Теперь умываемся. Теперь я. Вот моя щеточка. Ой, это же не моя. Перепутала. Вот моя. Ну и теперь я. Ну и теперь я. Ну все, теперь девочки могут идти спать. Но перед тем, как спать, я покажу все сумочки и шоперы своих уточек. Сейчас я покажу все сумочки и шоперы своих уточек. У них их очень много. Первая шопер с вот такой вот коробкой. Я сюда еще приклеила вот такую бабочку. Вторая, это вот такая вот сумочка, она тоже бумажная, но она выполнена на, как оригами. Она очень милая. Следующий, это шопер. Hello Kitty. Он тоже бумажный, я его ламинировала скотчем обычным. Тут еще можно подписывать имя, но я не стала, потому что уточек там много. Тут все не поместятся. Это сумочка, которая была в комплекте у уточки Лили. Следующая сумочка вот такая. Она тоже была в комплекте, но она была у уточки Сони в комплекте. Обычно у уточек только вот такие вот сумочки. Но у моей розовой уточки Сони вот такая вот попалась. Следующая, это вот такая вот сквиш-сумочка в виде уточки. Ее тоже делала я сама. Мне она тоже очень нравится. И последняя, это вот такая вот подвесочка. Такая сумочка желтенькая. У меня такая же была еще одна, только голубая, но я не знаю, куда она делась. С ней девочки мои уточки обычно ходят летом, гуляют. В школу они такую себе не носят. Но и у уточек есть в школу рюкзак. Девочки уже легли спать. Я им прочитаю книжку, и они будут спать. И, кстати, у Леры есть вот такой вот новый зайка, мягенький такой, плюшевый.
Я покупала его Лере недавно. Всем спасибо, что вы провели этот вечер с моими уточками. Пока-пока.